Вялов Николай Алексеевич, уроженец Золотухинского района Курской области. В детском возрасте вместе с родителями переехал в село Скородное. На фронте Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Героический подвиг совершил в битве под Сталинградом, будучи стрелком-радистом танка 91-й танковой бригады. В бою за хутор «Новая надежда» ныне Городищенского района Волгоградской области он подавил 15 пулеметных гнезд и уничтожил более 100 вражеских солдат и офицеров. Танк прорвался в тыл противника, но прямым попаданием вражеского снаряда был подбит, а его командир тяжело ранен. Командование танком принял Николай Алексеевич Вялых, превратив танк в огненную точку. Танкисты отстреливались из пушки и пулемета, пока не кончились снаряды и патроны. После этого немцы окружили их танк, облили его бензином и подожгли. Все члены экипажа погибли.